борется с верой в будущее. Это тот случай, когда каждый участник в своем номере, будь то песня, картина или стихотворение, хочет рассказать о любви к родине, о том, какой след оставила Великая Отечественная война в истории каждой семьи. Хочется, чтобы эти песни, которые посвящены войне, которые о победе, чтобы они звучали, чтобы их знали наша молодежь. Ветераны и члены их семей собрались в Доме культуры «Заря», чтобы поздравить победителей фестиваля конкурса художественного творчества «Никто не забыт». Мы помним то, что пережили наши предки, что сражались наши деды и отцы. И, конечно же, мы это несем через себя, чтобы молодое поколение это всегда помнило. Фестиваль-конкурс проходит в Самаре в 11-й раз. Год от года число участников растет. В отборочных турах представили номера 553 человека. Это 18 вокальных групп и ансамблей, 34 сольных исполнителя, 11 хоровых коллективов, а также художники и мастера декоративно-прикладного творчества. Самому младшему участнику 4 года, самому старшему – 79. Лучшие номера показали в программе гала-концерта. Организатором фестиваля-конкурса выступил Самарский дворец ветеранов. Особый концерт, особая атмосфера, особое состояние вот такое необыкновенное, когда действительно мы понимаем, что у нас есть будущее, но у нас есть прошлое, и мы это прошлое чтим и уважаем. Фестиваль организован при содействии городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки по муниципальной программе «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста». Ольга Волкова, Юлия Василькина, Максим Гусев. События.